Всем привет! Это новости телепроекта Дом 2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. В сети появилась информация о том, что Антон Гусев замутил с Викторией Романец. Именно поэтому распалась его семья с Женей. Друзья, это слухи, которые распускают различные пользователи интернета, другие YouTube-каналы и сами участники Дома 2. Антон Гусев лично опроверг эту информацию. Марина Мексика сообщила новость. Она отказалась жить с Никитой Кузнецовым в гостинице, а также отказалась быть невестой или служанкой на острове любви. Девушка приняла предложение стать помощницей ведущего. По приезду Мексики на Сейшелы Олег Бурханов признался ей в любви, а сегодня подарил девушке букет цветов. На острове началась эпидемия. Африканская лихорадка косит участников одного за другим, но ребята не сдаются и даже с температурой продолжают что-то строить. Марина Африкантова продолжает бороться за свое право заниматься живописью, а Чуев продолжает ее высмеивать и называть бездарностью. Тата Абрамсон добилась своего, и Валера Блюменкранц согласился ей подарить кольцо за 150 тысяч, но теперь его родные останутся без подарков на Новый год. Как выяснилось, Лиза Полагалова оказалась достаточно продуманной девушкой. За один день она умудрилась разочароваться в Денисе Баранове, и ребята расстались. В этот же день она целовалась с Андреем Черкасовым и хотела уйти к нему за периметр. А через час, как уехал Черкасов, она целовалась с Ваней Барзиковым и говорит, что с самых островов хочет быть только с ним. Глядя на всю эту ситуацию, Глеб Жемчугов не выдержал и обозвал девушку конченной овцой и продуманной шлюшкой. Но Ваня Барзиков заступился за Лизу. «Знаешь, Глебас, когда от тебя ушла жена, никто не говорил, что ты какой-то не такой. Пытались как-то тебя оправдать, а сейчас ты ведешь себя как девочка, оскорбляя Полагалову последними словами. Хотя ты сегодня на лобном кричал, что в любой ситуации будешь ее поддерживать, и тебе пофиг на всех». Коллектив давил на Лизу. Денис не смог за нее заступиться и отступил. А с Черкасовым она просто сглупила. Мы строили полноценные отношения на острове и попробуем еще раз. Александра Гозия сообщила, что она больше не может жить в зеленой комнате. «Ненавижу. Я устала обсуждать, с кем переспала Элен. В 5 утра я не могу спать, когда она орет пьяная. Я ненавижу свою зеленую комнату. Ненавижу. Хочу жить с нормальными людьми в вип-доме». Дениса Баранова чуть не выгнали на женском голосовании. С перевесом 2 голоса ушла за ворота Саша Платонова. А чтобы ситуация не повторилась через неделю, Денис вернулся к Майе Донцовой. В сети появилось видео, на котором миллионер Джанлука и Ольга Бузова танцуют под ее новый трек прямо в гримерке. Впрочем, некоторым поклонникам показалось, что Бузова не просто танцует, но и фактически клеится к мужчине. И это в то время, когда в ее браке с Дмитрием Тарасовым до сих пор не поставлена окончательная точка. Критике подвергся сам танец Бузовой в целом. Многие отметили, что Оля не только устроила разврат, но и смотрелась очень комично, хотя бы потому, что абсолютно не умеет двигаться. Само видео с танцами Бузовой вы можете посмотреть в моей группе ВКонтакте. Ссылочка на группу есть в описании. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.